Ворота Алютех на данной автомойке были установлены в сентябре прошлого года. По самой эксплуатации ворот проблем не было никаких. То есть они работали, открывались, закрывались, даже в условиях подмерзания, влажной среды здесь проблем никаких не было. Но так как здание новое, оно дало усадку, повело немного рилинги. То есть начали слетать торса, ну, подъезжали специалисты, все ремонтировали, все исправляли. По зиме при каждом заезде и выезде автомобиля ворота открываются и опускаются. Если взять среднее количество автомобилей, которые моются на данной автомойке, в районе 80-100 автомобилей за сутки проходит. То есть 20 машин на один бокс, это 40-60 раз ворота открываются за день. Все движущие механизмы периодически смазывать, так как все-таки ворота находятся на автомойке. Главное – правильная эксплуатация, правильный уход. И все будет работать, независимо, это автомойка или СТО. Коррозии, ржавчины, даже вот от пены активной нигде не покрываются, ни плесенью. То есть достойный рабочий вид.